Овен. Сегодня вас ждут интересные впечатления в пути и неординарные размышления. Возможно, беседы на политические, научные и религиозные темы. Время для сбора информации может быть уже упущено, но есть шанс узнать недостающие сведения более сложным путем, например, через третьих лиц. Тельцам стоит отказаться от консерватизма и лени, стать более чуткими к происходящим вокруг процессам. Будьте внимательны к людям, попавшим в поле вашего зрения. Среди них могут оказаться именно те, кого вы давно искали. Держите под рукой телефон, адресную книгу, визитницу. Чаще проверяйте входящую корреспонденцию в своем почтовом ящике. Близнецы. Сегодня спектр применения ваших талантов поистине огромен. Однако придерживайтесь уже выбранного направления. Именно там вас ждет наибольший успех. Шансы на удачу возрастают, если вы режиссер, преподаватель, неофициальный лидер, либо руководитель агентства, турфирмы, издательства или службы знакомств. Рак. Частота помыслов сегодня важнее силы чувств. Раки, уделяющие слишком много времени своим переживаниям, могут остаться в одиночестве, даже находясь в толпе. Учитесь поддерживать беседы на темы, интересные многим, а не только вам лично. Это удачный момент для удовлетворения ваших тайных интересов. Лев. Для львов сегодня важны свободный график и возможность непринужденного общения. Не исключен интерес к коллективным ценностям и нетрадиционным областям знаний. Если позволяют обстоятельства, внесите в рутинную работу немного разнообразия. Это прекрасно. Прекрасное время для того, чтобы посоветоваться с другими людьми и сравнить разные мнения. Дева. Сегодня вы общаетесь с людьми с определенной целью. Вы отлично знаете границы своих возможностей, поэтому не пытайтесь казаться значительнее, чем вы есть на самом деле. Если хотите завоевать признание, делайте это самостоятельно и не прячьтесь за чужими спинами. Покровитель или партнер не будет опекать вас вечно. Весы. В поле вашего зрения может вновь появиться интересный человек или благоприятная возможность. Обратите на это обстоятельство особое внимание, если ситуация связана с получением высшего образования или с шансом применить ваши дипломные знания. У студентов весов появится соблазн подойти к постижению знаний легкомысленно, не затрачивая чересчур много усилий. Скорпион. Причастность к чужим делам и коллективным начинаниям сегодня может стать обязательным условием начатого дела. Верные своей привычке ничего не делать наполовину, скорпионы будут стараться узнать об интересующих их предмете или человеке все возможное, вплоть до скрытых, порочащих и интригующих сведений. Стрелец. День подходит для продолжения деловых переговоров или развития важного личного диалога. Не превращайте общение в спор. Все равно каждая сторона останется при своем мнении. Довольствуйтесь тем, что вы сейчас имеете сильное влияние на чужие мысли, и ваше авторитетное мнение учитывается в любом случае. Козерог. Чтобы ваши труды не пропали напрасно, сделайте акцент на интеллектуальной и информационной стороне своего занятия. Отправляясь в командировку, вооружитесь планом местности и изучите маршрут. Назначая важную встречу, продумайте основные аргументы для разговора. Перед сдачей теста еще раз загляните в учебник или справочник. Водолей. В этот день у водолеев одинаково сильна потребность в общении и в самовыражении. Это прекрасное время для раскрытия вашего творческого потенциала, но лучше делать это на заранее выбранном поприще. Это неплохое время для водолеев-фрилансеров. У вас есть шанс получить от своей деятельности не только моральное удовлетворение, но и материальную отдачу. Рыба. Удовлетворенность жизнью – не то чувство, которое сегодня испытывают рыбы. Большинству из них в это время захочется выйти за пределы своих возможностей. Возможно, бурная деятельность, связанная с карьерой, иммиграцией, пополнением знаний, поиском выгодных знакомств и расширением жизненного пространства. Каждое утро вносит в нашу жизнь что-то новое. Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. До 250 тысяч рублей за 15 минут. С переплатой всего 10,4%. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Каким бы ни было сегодня расположение звезд, мы желаем вам удачи!